В Смоленском районе Киева прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, сработало взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю, в котором находился действующий военнослужащий вооруженных сил Украины. Он погиб на месте. Случившееся в МВД страны квалифицируют как террористический акт. При этом о типе и мощности взрывного устройства, а также о личности погибшего пока не сообщается. В правоохранительных органах отмечают, что данная информация будет обнародована после проведения всех необходимых экспертиз. В МВД Украины также отметили, что в результате теракта пострадал пожилой мужчина. Он был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.